Сейчас мы будем выбирать сувенирные монеты. Их есть ряд разных. Ну, мы возьмем... А давай вот такую, да? Или маленькую? Вот такую. 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 Короче, какую-нибудь. Что делаю? Нажимаю на кнопочку. Нет. Ладно. Значит, нажимаю сначала на нужную монетку. Будет вот это. Нажимаю на эту кнопку. То есть снова опять нажимаю зачем-то вот на эту кнопочку. Прикладываем карточку. И ждем. Ура, платеж прошел. Ценности не имеет, но стоит 200 рэ.